Промежуточные итоги еще одной, только более глобальной проверки подвели в Кирове. Дефицита полисов ОСАГО в области нет. Такой вывод сделали сотрудники антимонопольной службы. Они проконтролировали, как работают все страховые компании региона. С начала года антимонопольщики получали десятки жалоб от автовладельцев на работу местных страховщиков. При попытке получить полис обязательного страхования автогражданской ответственности, без которого, кстати, садиться за руль нельзя, страховые компании поначалу ссылались на нехватку полисов. Затем предлагали оформить их только в дополнение к другим страховкам. На основании многочисленных жалоб антимонопольная служба проверила страховщиков на предмет сговора. Предварительные итоги озвучили на днях. В УФАС установили, проблем с бланками у местных компаний нет. Страховщики показали антимонопольщикам наличие тысячи полисов. Просто, как говорят специалисты, заниматься их оформлением страховым компаниям невыгодно. Однако по закону они это делать обязаны, поэтому свою проверку начала прокуратура. Возможно, после того, как специалисты этого органа свое расследование завершат, страховые компании начнут исполнять законодательство. И заветный документ, полис ОСАГО, кировчане смогут получить беспрепятственно.